Сегодня сборная Казахстана по хоккею проведет вторую встречу на чемпионате мира, который стартовал в Минске. На этот раз нашим хоккеистам придется помериться силами с хозяевами площадки сборной Беларуси. Напомню, выступление на чемпионате мира обе сборные начали с поражения. Если казахстанские хоккеисты только в серии буллитов уступили Германии 1-2, то вот беларусы потерпели разгромное поражение от США со счетом 1-6. Матч между сборными Казахстана и Беларуси пройдет на Минск-арене и начнется он в 20:30 по времени Астаны.